Известный певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с певицей Ани Лорак, засветился в окружении нескольких красоток на празднике. Об этом сообщает Политека со ссылкой на Инстаграм знаменитости. С красавицами Ани Лорак и Полиной Гагариной, коротко говорится в сообщении. Обратим внимание, что на снимке Лазарев позирует, сидя в окружении звездных красоток. Также в сети появилось видео, на котором ему дает микрофон другой певец, Николай Басков. Уточним, что звезды находились на дне рождения известного российского медиаменеджера Армана Давлетьярова. «Я в шоке. Неужели все вместе? Этот день настал, тут Леры не хватает. И был бы султан, и три жены. Как в песне из операции и «О май гад», ущипните меня кто-нибудь, без лишних слов», — пишут пользователи сети. Певец Сергей Лазарев впечатлил накачанными руками на новом ярком фото. Артист, которому многие приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм. Лазарев в одних шортах сидит на кровати и фотографирует себя в зеркале. Такое фото просто свело с ума подписчиков артиста.